Сотрудничество в сфере торговли и инвестиций. Эта тема стала предметом обсуждения на встрече министра иностранных дел Казахстана с помощником госсекретаря США по Южной и Центральной Азии. Глава внешнеполитического ведомства повторил слова президента Казахстана о заинтересованности нашей республики в активном участии американских компаний в программе ФИИР. Ерлан Идрисов призвал зарубежных инвесторов принять участие в Экспо. Также стороны обсудили итоги переговоров между Нурсултаном Назарбаевым и Бараком Обамой в рамках саммита по ядерной безопасности в Гааге. Глава МИД Казахстана со своей американской коллегой рассмотрели дальнейшие двусторонние перспективы развития политического и экономического сотрудничества.